Первый состав избирательной комиссии Сочи был сформирован 5 февраля 2004 года. За 15 лет менялся состав и срок полномочий. В составе действующего избиркома 10 членов комиссии с правом решающего голоса. Это представители различных партий, а также беспартийные активисты, выдвинутые собраниями избирателей. В честь юбилейных дат 25-летия избирательной системы России и 15-летия сочинского избиркома члены избирательных комиссий Краснодарского края и Сочи приняли участие в закладке эвкалиптовой аллеи. Будете куратором следить, этого? Да, потом будем. Куратором. Ну а что, с детьми приехать, показать? Обязательно. Вот радно, что муниципальная комиссия начала отмечать свой юбилей именно такой, с рабочего будня, с рабочего утра, и высадила аллеи редких достаточно растений, эвкалипт, который, мы надеемся, приживется, что был посажен абсолютно с душой и украсит еще больше один из самых красивых городов России, это город Сочи. Свою лепту в озеленении курорта внесла и Валентина Ткачева. Именно она стояла у истоков муниципальной избирательной комиссии Сочи и работала над совершенствованием избирательной системы на курорте. За прошедшие годы сочинским горизбиркомом было проведено 7 выборов местных органов власти и 9 избирательных кампаний регионального и федерального уровня. Удачно справляться со всеми задачами комиссии удается прежде всего за счет профессионализма сотрудников. У нас достаточно стабильный состав избирательной комиссии. Начиная с 2004 года, вот уже 3 человека, да, 3 члена комиссии работают 15 лет. Это говорит о чем? О том, что эти люди пользуются доверием общества и, естественно, обладают высокими профессиональными навыками. Члены избирательной комиссии постоянно совершенствуют свои знания. Современные технологии активно внедряются и в избирательные процессы. Так, 2 последние кампании прошли с применением машиночитаемых кодов, что позволило сделать выборы прозрачными и полностью исключили вероятность фальсификации. Система газ-выборы, автоматизированная система газ-выборы. Это нужно было обучить всех людей, подготовить, приобрести оборудование, установить его и так далее, и так далее. Первое электронное голосование, да, то же самое нужно было внедрение в систему видеонаблюдения. Это тоже надо было все сделать. То есть очень большой объем работы положилось на избирательную комиссию муниципального образования. Поэтому всем спасибо за работу. В Сочи создана и система обучения кадров территориальных и участковых избирательных комиссий. Успешно реализуется программа по повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей. Разработаны просветительские проекты для школьников. С прошлого года в 17 сочинских школах преподают избирательное право. Многие члены сочинского избиркома награждены почетными грамотами и благодарственными письмами ЦИК России, краизбиркома, городского собрания и главы города Сочи. Очередные грамоты и знаки почета были вручены и сегодня. Высшей наградой и памятной медалью ЦИК России награждена член общественного экспертного совета краизбиркома Татьяна Пшениснова. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.